Если звук отсутствует в свежей установленной операционной системе, нужно узнать, установлены драйверы на звуковую карту или нет. Для этого заходим в пуск, панель управления, раздел «Система». Слева в верхнем углу нажимаем «Диспетчер устройств». Открывается, собственно, диспетчер устройств. И смотрим, если драйвер на звуковую карту не установлен, то у нас будет вот в этом месте неопознанное звуковое устройство. Для того, чтобы скачать драйвер на звуковую плату, установить драйвер на звуковую плату, нужно скачать пакет универсальных драйверов под названием Driver Pack Solution. Для этого заходим в любой удобный для вас браузер, заходим на сайт Tarantino.ru, можно для удобства предварительно в Яндексе вбить название Driver Pack Solution, если по прописи оно так говорится. Вот. Можно вообще вот так забить. Скачать торрент. Скачать торрент нужно выбрать. Вот, нам выдало. В данном случае видим адрес tarantino.com. Можно с него смело скачать. Но для этого, прежде чем скачивать с этого сайта, у вас должен быть правильно настроен антивирус Касперского. Должна быть включена настройка антибаннер в Касперском. Иначе у вас вот здесь вот и вот здесь, и с левой стороны тоже, появится много рекламы. Вот сейчас у меня включен антибаннер, рекламы нет. Сейчас копируем ссылочку, название программы, вставляем в поисковую систему сайта. Найти. Вот, пожалуйста, мы видим Drivers Pack Solution 12.3 Full, полная, то есть вся. Есть 12.8, но это за 11 год. Нам нужно за 12 год. Вот она, самая первая. Щелкаем. Скачать. Да, кстати, забыл. Предварительно, прежде чем скачивать с сайта Tarantino.ru или Tarantino.com, нужно установить менеджер закачек Torrent, Torrent клиент. И в данном случае Torrent уже установлен на моей системе. Я просто нажимаю скачать Torrent. Нажимаю скачать торрент файл. Все. Торрент файл у меня скачивается. Вот, пожалуйста, открываю его. А, прошу прощения, торрент у меня не установлен. Хорошо. Делаем весь шаг как надо. Нет, нажимаю